В Серпухове прошло кустовое совещание по вопросу готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему сезону. На нем присутствовали советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник, представитель Государственной жилищной инспекции, сотрудники администрации Серпухова, Чехова, Протвино и Пущино, ресурсоснабжающих организаций, областной аварийно-восстановительной службы и управляющих компаний. Акцент был сделан на выдачу паспортов готовности многоквартирных домов. В Серпухове их уже получили 94% жилищного фонда. В этом году осень наступила слишком рано. Уже пятые сутки среднесуточная температура держится ниже отметки 8 градусов. Отопительный сезон может начаться раньше срока. К 15 сентября готовность всех систем ЖКХ к отопительному сезону должна быть 100%.